Для безопасности детей и спокойствия родителей в домах и квартирах многодетных семей устанавливают пожарные извещатели. Мобильные группы работают во всех районах Твери. Установка датчиков ведется без выходных. Этот небольшой и совсем несложный в эксплуатации прибор помогает избежать большой беды. Автономный пожарный извещатель от распространения огня не спасет, но поможет сохранить жизнь. Лишними меры безопасности не бывают. Датчик устанавливается либо на потолок, либо на стену. Срабатывает на дым, задымление, либо на сильное запыление в помещении. Процесс монтажа занимает не более 5 минут. Зато потом можно в прямом смысле спать спокойно. Для многодетных семей датчики устанавливаются абсолютно бесплатно. Пренебрегать мерами пожарной безопасности явно не стоит. Тем более, что с января 2023 года за отсутствие извещателей предусмотрена административная ответственность. Отсутствие автономных домовых пожарных извещателей в жилых помещениях данных категорий семей является нарушением требований пожарной безопасности. Предусмотрена административная ответственность, в том числе штраф на граждан от 5 до 15 тысяч рублей. Очень часто пожары происходят ночью, и чудо, если задымление удается обнаружить вовремя. А вот сигнал пожарного извещателя точно разбудит в случае опасности. Благодаря этим датчикам с начала текущего года удалось спасти 17 человек, в том числе 10 детей. Для подачи заявления на установку нужно обратиться в мой семейный центр на проспекте Победы, 74, или позвонить по телефону 47 74 43.